На семинаре председатели всех территориальных избирательных комиссий региона. Сами ТИКи уже готовы к работе. Теперь задача – обучить специалистов, которые будут работать на участках в день голосования. Сейчас задача стоит у нас в проведении учебы в участковых избирательных комиссиях. Члены комиссии у нас приходят, значит, выходят на участки и проводят учебу, соответственно, и принимают зачет, подписываем, значит, соответственно, свидетельство о прохождении данной учебы. К выборам в регионе готовятся основательно. Еще в конце прошлого года губернатором области утвержден организационно-технический план по проведению голосования 18 марта. Я знаю, что вы ознакомлены, на самом деле большая-большая работа проведена совместно с главами по избирательным участкам. Насколько я знаю, на сегодняшний момент уже более 98% участков готово. За это вам большое спасибо. Отдельное внимание председателей заострят на нововведениях этой избирательной кампании. Открепительные удостоверения исчезли, а сама система голосования не по месту регистрации стала проще. Сейчас эта процедура позволяет избирателю, который находится не по месту регистрации, прийти в любую избирательную комиссию, в любое подразделение многофункционального центра. И даже проще, можно никуда не ходить, просто через сайт госуслуги заполнить такое заявление, выбрать для себя удобный избирательный участок и в день голосования прийти на него проголосовать. Уже 31 января начнется прием заявлений от избирателей, которые будут голосовать по месту нахождения, а не прописки. Наталья Пулина, Ольга Красулина, Регион 29.